Доброе субботнее утро. Сегодня тоже хорошая погода, что просто не может не радовать. 10 часов сегодня я решила поспать, не вставать, как обычно, всем. Типа чувствовала ужасно. Вечером у меня очень сильно болел живот. Ну, конечно. Чтобы смог выжить на один день на одной горькой шоколадке, чай, двумя апельсинами и кофе. Думаю, никто. Так что мне пришлось съесть 2 банана, потому что мне бананы в этом помогают. Вы не знаете, я не ем бананы, потому что я считаю их пустыми калориями, но у всех, в общем-то, свои разные теории. Знаю, я читала то, что для сладости человеку надо принимать 2 банана в день, и тогда ему не сильно будет хватить сладкого. Он как замена сахара, но я в поисках других замен сахара. Мам, встретимся в Regent's Park. На самом деле я хотела сегодня утром одна прогуляться, хотела еще отправить открытки. Но моя мама позвонила и сказала, что она в этом парке, и ей он очень понравился, поэтому она хочет провести сегодня утро со мной. Как я ему говорила, у нас сегодня жарко. Но я одела свои любимые спортивные штаны, потому что какое-то разбитое состояние. When you turn around, I lose vision. Got me running deep. Ребята, я думаю, то, что я в раю, потому что я зашла в магазин, который называется Планета Органик. Я уже 2 раз в нем. Сейчас купила все, что я хотела, но это еще только будет начало. Я еще собираюсь себе купить, я вам покажу, что я купила. И мы только что покушали. Я безумно объелась, я заплатила всего лишь 7 фунтов и съела дофига. Называется Планета Органик. Их таких, по-моему, много. Вот я. Смотрите, я одета как бомж. Майка на майку. Приобретаю силу многослойности. Мы, как только вот после этого органического кафе, мы дошли до Оксфорд-стрит. Там мы посмотрели обувь моему брату. Я думаю, вам это было бы неинтересно. Тем более, я не люблю ходить и снимать на Оксфорд-стрит, потому что там дофига людей. И просто люди, знаете, стоят. Могут просто спокойно встать и думать, куда же мне пойти, в какой же мне магазин пойти. А поток-то людей идет, и вот это меня бесит. Потому что вы, блин, стоите, я, может, там спешу, а вы стоите. Вообще не люблю Оксфорд-стрит. Не оценивайте Лондон, если он вам не понравился, по Оксфорд-стрит. Просто ненавижу эту улицу. Раз уже на то пошло, говорю вам напрямую. Много людей, душно. И у меня же даже голова заболела. Можно купить нормальные вещи и не на Оксфорд-стрит. Таких магазинов тоже полно. Поэтому не понимаю, почему все ходят на Оксфорд-стрит. Думаю, только потому, что само имя все это и забирает. А, Оксфорд-стрит? Точно, мы идем туда, это в нашем с вами списке. Я хотела бы с вами рассказать про свое будущее, про свой университет. И чего вообще я хочу в этой жизни. В парке зеленом лежала, но я поняла то, что у меня телефон вот-вот сядет. И поэтому, если я останусь, или, например, буду читать, я не смогу записать видео про то, я хотела вам сказать. По поводу универов. Хочу вам сказать, что я хочу выбрать в своей жизни, что этот бомж хочет выбрать в своей жизни. Мне интересно медиакультура, то, что связано с творчеством. Мне не нужен ни бизнес, ни математика, потому что я тупая. Говорю сразу. Я в этом туплю, у меня в этом zero skills. Мне нравится снимать видео, мне нравится фотографировать. Мне нравится делать что-то творческое, делать какие-то безумные странные вещи. Но точно не быть ни доктором, точно не быть ни инженером. Я смотрела в Англии самый популярный такой университет. Он называется UAL, University of Arts. И этот университет включает в себя много-много других разных колледжей. Например, там есть College of Fashion на State Martins, и также был мой London College of Communication, там еще и связано с архитектурой. Я ездила туда к ним, узнавала, они мне дали очень, кстати, крутые книжечки в таком нереально, знаете, творческом стиле, я до сих пор сохранила. Странно, что мне их дали бесплатно, потому что все выполнено просто нереально. Вот как, знаете, настоящую книгу ты купил, чистая штука очень крутая. Я посмотрела, цены, конечно, нереальные. И это меня расстраивает. Расстраивает то, что цены просто вот режут горло.
И моей маме это тоже не нравится. Не хочу им говорить цену, вы можете посмотреть сами на их сайте. Я ссылку оставлю их сайта. И так как у меня на College of Communication, я себе выбрала две специальности. Это Media Cultures, которые включают медиа, снимание видео, журнализм и интернет. И как дизайн менеджмент и арт. Так, вы сейчас скажете, менеджмент стоять, это же бизнес. Ну, есть такое, есть. Но в нем есть кое-какие плюсы, которые мне понравились. Об этом всем, если вы хорошо знаете английский, можете почитать. А если нет, то Google вам помощь. Так вот, в конечном итоге я отказалась. Лондон. Безумно дорогой город. Я даже думаю рассматривать уже другие города, но у меня совсем нету времени, чтобы сидеть, поговорить, посмотреть. Я не могу выбрать себе универ, расстраивает то, что я не знаю все-таки, кем я хочу быть. Хотя мне интересно только творчество и медиакультуры. А что потом? Этим вопросом я задаю себе каждый день. В воскресенье покажитесь мне, кто там спит до 12. Я вам скажу, кто мне спит до 12. Я никогда... Честно говоря, по выходным не сплю очень поздно, потому что можно проснуться рано и сделать дофига дел, не так ли? Сейчас я еду и буду провожать мою маму на поезд. У нее сегодня последний день в Лондоне. Она не знает, как ехать, поэтому я буду ее гидом. Вы ничего не должны испортить этот день, потому что я в своей любимой футболке. Ей уже года 3, но я ее ношу до сих пор. Моя мама хочет выкинуть, но... Нет, это моя любимая футболка, я ее никогда не выкину. После я, скорее всего, поеду на веганский мастер-класс. Я написала то, что я хочу туда поехать, а там были все проданы билеты, что я надеюсь, что я смогу туда попасть, я еще ничего не платила. Я смогу приехать, заплатить. Fingers crossed. Это любимая фраза всех англичан. We fall again. Slow down. Счастливый человек — это я. Это был нереальный день. Это фантастический день, ребята. Лучший день из веганских моих дней. Я провела свою маму. Если вы будете ехать с Гатвика Экспресс, или, например, вы уже с Лондона едете, то приезжайте на станцию метро King's Cross Station, и там покупайте билет, и прямиком едете до Гатвика Экспресс. До Гатвик Аэропорт. Я знаю, есть Виктория Экспресс, но самый дешевый — это вот такой вот способ. Он его займет час с чем-то, думаю, час 5 минут. Но если вам не лень, так как это самый дешевый вариант, попробуйте его. Провела свою маму, и знаете, я не люблю проводить все-таки людей. Не люблю, когда меня провожают. Ностальгия. Я знаю то, что я вижу свою маму через неделю. Мы встретились за эту всю неделю, целых 3 дня. Мы провели крутые дни вместе в Лондоне. Мама никогда не была в Лондоне, я что-то 5-й раз, и я ей показала места. И это, знаете, это очень круто. Круто, когда твоей маме понравился этот город. В сегодняшнем дне, почему я так безумно счастлива? Я же пошла на вот этот мастер-класс. Я вам, помните, говорила, я ничего не регистрировалась, и надеюсь, я смогла бы там оплатить. Я смогла оплатить. Это был нереально крутой мастер-класс с интересными новыми познаниями, которые я узнала о нашей с вами жизни. То есть, если вы думаете то, что вы будете просто питаться правильно, как веган или как вегетарианец, но внутри себя вы сами не разобрались, и, например, внутри себя вы не стали открытыми, вы не были добрыми к людям, то не будет смысла от этой полезной еды, которую вы будете есть. Поэтому сперва надо вам разобраться в себе. Только вы разберетесь в себе, сами собой, как только вы станете более открытым, более добрым человеком, у вас не будет стресса, вы все время будете счастливы, будете радоваться жизни, только тогда и вот эта еда вам сможет помочь. Там было много разных людей, много разных возрастов. Нас распределили по 3 группы, и, конечно же, в каждой группе найдется свой шеф. Скажем так, главный, кто бы всем командовал. Такая женщина готовит в каком-то кафе протеин-шеф. Конечно же, она все делала, а мы просто с другой девушкой помогали. И, кстати, с этой другой девушкой хорошо, очень хорошо познакомилась. Приготовили нереальный сладкий торт, от которого до сих пор без ума я буду его готовить. Обязательно вам сниму об этом видео, как вы сможете приготовить. Также мы приготовили аюрведический салат. Ребята, я никогда не думала то, что может быть такое сочетание
В еде никогда не думал. Была фантастически интересная лекция. Новые люди и сами. Я сама познакомилась очень близко с директорами вот этого World Food Cafe. С той девушкой, с которой мы работали вместе. Мы как раз ехали вместе, мы с ней так хорошо разговорились про веганство. Мы с ней поговорили про жизнь и про то, как тут живется в Лондоне. Да если я не спешу, мы можем сгонять за веганским мороженым, которое она считает, типа, самое лучшее. Согласилась, как я могу отказаться от веганского мороженого. Мы сгоняли, я вам показывала его. Вообще не отличишь от реального мороженого. Оно еще даже вкуснее. Прошлись еще по разным местам. Она мне показала разные веганские места, кафешки. Это было круто, когда вот ты так познакомился с человеком. Я просто рада. Я счастлива, я получила сегодня массу крутых и нереальных эмоций. Я благодарна моей маме, благодарна всем тем людям, которые мне помогают определиться с моей жизнью. Каждый раз, когда я спрашиваю, какой мне выбрать университет, мне каждый человек помогает, дает свой совет. И в этом я благодарна. Я очень счастлива. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо.